Друзья, всем привет! Добро пожаловать к нам на канал. Я очень рада, что вы заглянули к нам в гости. Сегодня свое видео начинаю с приготовления завтрака. Для начала сейчас подготовлю тосты. Я беру тостовый хлеб, немного наношу сливочное масло и отправляю в мультипекарь. Раньше я тосты готовила, панель у меня была гриль, а сейчас венские вафли. Тосты получаются такие, знаете, как вафли, очень прикольные, в то же время хрустящие и вкусные. Хлеб, конечно, я сейчас кушаю очень редко, но бывает, чаще всего, конечно, это черный, но иногда могу себе позволить и белый хлеб. Пока у нас готовятся тосты, я быстренько сейчас пожарю яйца, в сковороду наливаю немного растительного, а также добавляю сливочное масло. После этого разбиваю яйца, солю, перчу, немного убавляю газ и жарю до готовности. Но мне остается только приготовить салат. Быстренько руками рву листья салата. У меня руккола и лолароса. После этого нарезаю огурчик, а также редиску. Редиска у нас уже последняя. Из первой партии посадила новую. Ждем, пока она созреет. После этого добавляю растительное масло, соль, перемешиваю. И можно будет уже накрывать на стол. А у нас уже наступила вторая половина дня. Продолжаем делать заборы. Немного у нас портится временами погода, то жарко, но сегодня было очень хорошо, прохладно и можно было спокойно работать. Сегодня у нас происходят сварочные работы. Азамат крепит нижнюю и верхнюю профилирующие трубы, собственно, которым в дальнейшем и будет крепиться у нас профлист. Я, конечно же, в помощниках, где-то что-то принести, где-то что-то поддержать. В данном случае нужно было скрепить две трубы. Я немного помогала, держала, но потом пошла заниматься своими делами. Сегодня немного нужно было проредить клубнику, рассадила в те места, где у меня пусто, и уже начала рассаживать в третью грядку. Ну, а также нужно было полить огород. Сегодня поливала не весь, потому что часть огорода у меня была сырая. Конечно, работы в своем доме всегда очень много, всегда есть что делать. Поэтому мы всегда планируем на лето. Лето у нас короткое, всего 3 месяца, если так считать полноценно. Но в этом году, конечно, погода нас очень сильно подводила. Были ветра, были очень сильные дожди, которые не давали нам ничего делать. То есть мы могли бы начать все это делать раньше намного. Но в этом году погода немного подвела. Ну и, конечно, стараемся по возможности большую часть дел в доме делать сами. Даже вот эти сварочные работы, которые сейчас делает Азамат, мы узнавали. То есть, чтобы заварить одну точку, у нас доходит от 3500 тенге до 5000. Конечно, это в финансовом плане выходит дорого. Поэтому те работы, которые мы можем сделать сами, мы их проделываем сами. Конечно, на это уходит немножечко больше времени, потому что есть основная работа, да, и мы в свободно от работы время стараемся делать наши дела по дому.
А у нас наступил новый день. Сегодня решила навести порядок на втором этаже. Первым делом меняю постельное белье у нас в комнате. Пока сейчас отправлю в стиральную машинку, будет стираться, я буду дальше наводить порядок. Несмотря на то, что сегодня у нас пасмурно на улице, но на улице ветер и очень тепло, поэтому белье должно высохнуть очень быстро. После того, как отправила постельное белье в стирку, затянула свежее и чистое, и сегодня еще решила пропылесосить матрас и корпешки. Корпешки я не знала, куда мне их деть. Две я поместила в диван на первом этаже в гостиной, а две я положила на кровать, они у нас вместо матрасов. Они очень пыльные, такой же пыльный у нас был и матрас. Матрасы я пылесошу раза, наверное, два в месяц, потому что пыль на них скапливается очень так прилично, знаете. Поэтому все это нужно было хорошо пропылесосить. Поправить хорошо курпешки, так как сторона, где спит Азамат, она все время почему-то куда-то убегает. После этого я заправила кровать и сделала небольшую влажную уборку. С кроватью я разобралась, пыль повытирала, пошла, очистила стакан от пыли, потому что он был прям полный. Я изначально хотела так пропылесосить пол, но не было совсем тяги, поэтому я пошла вычистила. Остается мне сейчас пропылесосить и повытирать пол. Пропылесошу сейчас нашу комнату и большую гостиную комнату на втором этаже. У Нурсултана в комнате уборку делала недавно, поэтому там было чисто.
Конечно, уборка сейчас занимает не так уж много времени, потому что основную часть мы проводим на улице. На улице очень много дел. Домой заходим только пообедать и поужинать, ну и завтракаем. Первую половину дня нас вообще нету дома, потому что мы на работе. Ну а вторая половина дня – это улица. Сейчас огород, прополка, полив, плюс дела помимо огорода еще на улице есть, поэтому дома чисто. И не нужно так часто теперь делать уборку. А я вышла на улицу. Сегодня у нас такая замечательная целый день погода. Затянута. Дождя еще не было. Так, наверное, 2-3 капли упало. Если за целый день, то это хорошо. Но в той части сейчас сверкает молния. Скорее всего, пойдет дождь. Я еще успела сегодня постираться. То белье, которое вешала на веревку, оно прям все высохло, уже занесла. А сушку занесли на веранду. Еще завтра нам нужно будет вынести, чтобы немного просохло. И вот целый день такая сегодня погода. Кружит, кружит вокруг. Но дождя еще не было. Сейчас опять ветер, смотрю, поднимается. До этого стих. Так хорошо было. Сейчас опять, смотрю, ветер. Огород поливать сегодня не надо. Вчера я поливала вот эту вот сторону, эту часть. Она еще сегодня влажная из-за того, что солнца на улице нет. Укроп прям так хорошо пошел. Еще день-два надо будет часть в заморозку отправлять вместе с луком, а часть буду сушить для прованских трав. Как раз здесь у меня еще базилик начал хорошо выходить. Смотрите, вот и сиренью, правда, кучкой насадился. Я так семена бросила. Здесь вот зелененький островок, а здесь у меня смесь. Он уже прям такой, прям ереванский, сиреневый. Хорошо прям вышел. Листья салата. Вот еще, наверное, руколу надо немного посадить, потому что мне кажется, что ее мало. Лолароса. Морковь тоже проредила хорошо. Эту часть не поливали, потому что она сырая после дождей. Еще даже вот если под кустиками помидоров посмотреть, еще сыро все. Сейчас, ой, какой ветер поднимается. Поливаем только теплицу, и то через день. Потому что там тоже влага прям хорошо стоит. Вчера еще было время, прополола редиску. Здесь вот новая выходит. И надо будет досадить, где участки свободные, новую. Чеснок прополола. Горький перец тоже прям отошел. Хорошо начал рост давать. Ну, помидоры стоят, подвязываю их. Тут тоже у меня горький перец. И сладкий перец тоже. Прям хорошо так пошел в рост. Вот здесь вот тоже убирают цветочки, чтобы не тянули на себя весь рост. Такие вот. Убираю их, и потом начинает перец хорошо расти. Где-то еще есть маленький, пока не трогаю. А где уже такой большой, уже можно убирать цветы. До этого там тихо было, хорошо. Прямо сейчас снова дождь. Ой, ну ветер поднимается, и дождь, наверное, будет. Сейчас пригонит тучи нам. Капуста тоже моя. Прям хожу, смотрю, что в жучков ничего не было. Пока вроде бы все хорошо. Нигде ничего. Здесь у меня цветная и брокколи. Белокочанную я не сажу капусту. И надо уже вызывать, чтобы траву состригли. Опять трава так сильно выросла. Очень сильно трава растет. Баклажаны.
даже еще одна часть. Тоже цветут. Хорошо прям цветут. Картофель потихонечку начинает цвести. Каждый день вот хожу, собираю. Смотрю, тут и осыпь, и уже вылупились из яиц. Картошки у нас немного. Мы так чисто для себя только посадили, чтобы первую покушать молодую. Нет, смотри, вот эти первые, которые я сама отсадил, первый рядочек, прям хорошо. Уже цвести начинают. Кабачки тоже, кстати, желтенькие. Вон здесь цукеша зелененький. Тыква тоже такая хорошая прям стоит. А здесь у меня вначале это кавили, белый кабачок. Здесь уже тоже появляются помидоры. Кустики такие маленькие еще стоят, а помидоров уже очень и очень много. А вот эти помидоры, это один из видов, который мне давали в подарок. Смотрите, это будет черри, скорее всего. Потому что завязываются они кистью. Кисточек очень много. И выглядят они как черри. Здесь должны быть оранжевые и красными. Кажется, вот это вот будут красные. У меня там есть название с этими семенами, надо посмотреть. А эти уже будут помидорами. Это уже как обычные будут помидорки, но тоже на кисточке. Тоже очень много. И такие светлые листочки, а у этих прям темные такие. И тоже уже очень-очень. Самое главное, чтобы теперь тепло было на улице. Ну, в теплице все без изменений, все замечательно. Надо сейчас будет тут дверь только прикрыть. Огурчики уже все рвем, кушаем. Уже такие вот большие, еще день. И как раз уже можно будет срывать уже. Тоже очень много огурцов. Также здесь прям черри, конечно, шикарные, смотрите. Тут прям хорошие такие. Кисточки прям завязались. Очень много будет помидор в этом году. Главное, что погода нас не подвела, потому что такие вот перепады тоже ни к чему хорошему никогда не приводят. У Фифы тоже начинает завязывать. Вон, они будут такие длинненькие. Их буду, кстати, использовать сушку. Вяленые томаты делать. Тоже будет. Вот здесь пасынок не убирала, оставила. Думаю, пусть будет. В два ствола его пущу. Остальные все у меня в один. Конечно, помидоры разрослись очень сильно. К огурцам будет не такой прям доступ хороший. И на улице у нас работы такие, знаете, основные закончились. Заварили мы нижнюю и верхнюю вот эти профтрубы. Азамат сам все это сделал. Сам заварил. Просто замечательно. Теперь ждем, когда погода наладится, чтобы крепить профлис, потому что его сначала нужно будет нарезать нужной нам длины, а потом уже крепить. Но сегодня думали, начнем хотя бы один пролет. Но погода, конечно, внесла свои коррективы. Очень ветрено, ничего делать просто невозможно. Ну а на этом, дорогие друзья, я буду заканчивать свое видео. Обязательно ставьте пальчик вверх, а также подписывайтесь на телеграм-канал. Там я публикую видео, фото, которые не выходят на YouTube.